Аттракционы, конкурсы и подарки для посетителей – неиссякаемый источник адреналина для любителей пощекотать нервы. На площадках аэропарка своими талантами блеснули представители самых зрелищных видов спорта. Громче, громче! Вот, да! Трюки на велобайках и мотоциклах разбавили соревнования атлетов в воркауте и трикинге, молодежный брейк-данс-баттл и выступления танцевальных хип-хоп-команд. Тогда, когда торгово-развлекательный центр «Аэропарк» обратился к нам с предложением организовать совместное мероприятие «Экстрим-шоу», мероприятие, которое является мероприятием, пропагандирующим здоровый образ жизни, те спортивные состязания, спортивные виды, которые являются наиболее популярными в молодежной среде, естественно, мы поддержали. И самое главное, эту идею поддержали ребята, наши постоянные участники фестиваля молодежной уличной культуры. Специальными гостями аэроэкстрим-шоу стали богатыри из Ярославля. На глазах у изумленной публики атлеты вручную перетягивали машину, вязали узлы из гвоздей, сворачивали сковородки в трубочки и ломали железные прутья. Двенадцать лет назад мы не все так делали, начинали с малого, начинали крутить маленькие гвозди, хотя пока просто сгибать. Потом уже дошла идея их закручивать в узел, дошли до самых больших. Также и справочники с маленьких страниц рвали, карты по одной колоде. Все понемногу, все с маленького, и вот через 12 лет уже вот у нас такой формат. Звезды самого яркого реалити этого лета сорвали не один шквал аплодисментов. Рев моторов, танцы на велосипедах и игры с огнем никого не оставили равнодушными. Велосипедах, вот и девушкам как каталась, вот это просто изумительно. На мотоциклы больше всего, да, понравилось, потому что на колесе это очень трудно, страшно, что ты упадешь. Да, и очень весело, вообще забавно и круто, вот просто на улицах такого не увидишь. Вот ребята, которые вот там гнули гвозди, ломы, вот, да, вот это им уважение силачей. Аэроэкстрим-шоу плавно перешло в ночь экстремальных скидок. Музыкальный подарок посетителям аэропарка преподнесла группа «Живая вода», а модные бутики устроили показ самых свежих коллекций. Хорошая, здравая идея. Это скопление народа, где ты можешь сочетать и шопинг, и развлечения, ну, свою стандартную какую-то жизнь и с развлечением. Мне кажется, это очень, очень интересно и очень комфортно. Разумеется, главным сюрпризом вечера стали поистине экстремальные скидки. Без покупок никто не остался. Купили очень обувь, вообще все шикарно. Ждем, чтобы еще было много таких мероприятий. Узнали мероприятие такой скидки. Все дела пришли, накупились, затарились. Очень приятно, что вообще устраивает аэропарк такие вечера, вообще побольше бы. Шикарные скидки. То, что вчера стоило за 15 тысяч, мы приобрели на 50% дешевле. Шикарный праздник, нам очень нравится. Светлана Маркелова, Евгений Седачев, «События Брянск».